match. Ваши воины ждут приказаний. Настало время показать всем, кто истинно достоин стать властителем, властелином северных земель. Вот так. Судьба этих краев, понимаете, в ваших руках. Да. Вот так. Вот таком, понимаете, разрезе. Да. А что нажать? Старт! Ваши войны будут сражаться намного лучше. Если у них будет вдоволь еды, прикажите построить ферму, чтобы обеспечить их провиантом. Еду они будут воровать у врагов. Та-та-та-та-та-та. Зачем ферму? Что же они пахать будут? Пахать. Ферму без опилков, камина. Нет, они не отвяжутся. Пока мы построим. Типа этого. Обучение. Строится. Время ценнейшее из ресурсов. Не трать его. Вы можете бесплатно ускорить любое строительство. Мы подождем. До завершения которого осталось менее 5 минут. О, 2 секунды. Началось. Все. Превосходно, мой рал. Ярл, мы заслужили славную награду. Она ожидает вас в разделе квесты, где вы уже можете забрать ее. Уже забирайте. Это что там? Забрать. Постройте фирму. Вы успешно справились и с этой задачей. Выполнение рекомендованных квестов в дальнейшем поможет обеспечить процветание вашего города. Ура, у нас свой город есть. Ура. Постройте лесопилку. Старт. Травьте бедох. Построить. Идите. В
Владыка, помните о том, как важно время. Вы можете бесплатно ускорить любое строительство, завершение которого осталось менее 5 минут. Ничего, мы подождем. Ничего. Все хотят с детей выбить деньги. По почкам хотят. Чтоб прям посыпались деньги. Из их родителей. Вот. А нам спешит некуда. Нечего нам строить класски. Пивоварня. Постройте лесосилку. Забрать. Прекрасный мой ярл. Теперь в вашем городе есть лесопилка. Ура! Изучить строительство. Изучить знания строительства. Первый уровень. Когда же кончится обучение? Своевременное улучшение знаний позволит обрести могущество, невиданное ранее, и поможет укрепить власть ярла в окрестных землях. Ой, что это такое красивое? Господи! Это же... Башня... Вот это вот как было. Башня волшебника. Или чародея. Или вот это вот как его. Ведьмака. Нет, здесь эти скандинавы. Так что там что-то другое. Экономически. А, это знание строительства. Знания этого вида улучшают экономические показатели вашего города. Экономические знания. Обогатимся, ура! Это значит, не башня волшебников, а может, отсюда. Может, они... Академию считают башню волшебников. Строительство. О, лучше. Что здесь написано? Мощь вашего города во многом определяется количеством и качеством возведенных строений. Улучшение знаний строительства позволит существенно ускорить процесс постройки зданий. Так. Ой, 5 минут ждать. Не. Ну, подождем. Подождали. Ну, вот зараза, все равно прилучит. Чтоб мы от того. А мы перезагрузимся. Посмотрим, чего они тут нам забрать. Постройки каменолом. Создать.
С 32 уровня каменоломня дает военные бонусы. Постройте рудник. Старт. Рудник обеспечивает ваш город железом. Улучшение рудника улучшает производство становится, увеличивает его максимальное хранение в городе. С 32 уровня здание также дает военный бонус. Постройте Постройте казарму. Я так и знал, что уж он случится. Мой Яру, залог мира и спокойствия вашим землям, сильная и многочисленная армия. Постройте казармы, чтобы обучать новых воинов. Да. Построй, куда делаться? Какой ужас. Ну что? Кузня. Поместье. Лазарет. Военный блок. Мастерская. Чего они все время пьют пока? Это реклама алкогольных напитков. Посмотрите, казарму. Давайте. Теперь вы можете приступить к обучению новых воинов. Надежно защищать ваш город и вселять ужас. Сердца врагов. Вот так вот. Вот вам не это. Продолжить. Обучить 10 наемников. Здесь представлены все воины, которых вы можете нанять на службу, получить доступ к заблокированным в данный момент войскам, а может улучшение знаний. Сегодня я взяла на себя смелость выбрать количество воинов для обучения, но впредь вы сможете сами решать, сколько воинов вам нужно обучить. Она смелость взяла.
Наглость потеряли. Разве можно так? Наемники севера. Североатлантического блока. Наемники севера, превосходные воины, готовые сражаться до последней капли крови, вооруженные острой секирой, секирот, пожалуйста, и прочным щитом. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Они сразят любого, кто встанет на пути их ярла. Ярл, вкладка обучения позволит вам в любой момент узнать, как продвигается процесс обучения воина, и ускорить его, если вы того пожелаете. Если у вас есть денежки. Денежки. Не надо. Ускорение 5 минут. С помощью этого предмета вы сможете ускорить любой запущенный в городе процесс 5 минут. Подождать. Все равно требует, чтобы мы нажали на кнопочку «Пройти». Можно перезагрузка. Браузер поможет. А, нет, ребятки. Забрать. Владыка, город добывает нужные вам ресурсы, но потребности не растут постоянно. Атакуйте локации на карте мира, чтобы получать дополнительные ресурсы. К чему призывают? Грабежам. Вот подлость какая. Проведите атаку. Фу, какие. Фу. Атаковать любую ресурсную локацию на карте. Карта мира. Любую. Ну. А где мы? Это мы. Нажмите на объект, выбранный на карте мира, чтобы получить всю доступную информацию. А, нам не дадут даже выбирать локацию. Небольшие фермы с плодородной и хорошо возделанной землей, способной прокормить немало воинов и жителей вашего поселения. Количество еды 54 тысячи. Ой, ярл, вам осталось только сформировать отряд и отправить их в битву. Победа принесет богатую добычу. Что это такое? Что это такое? Вы можете всегда узнать, насколько ваша красота. Мой ярл, добытые в бою ресурсы, поступят в ваше распоряжение сразу после того, как ваши воины вернутся в город.
Новости с поля боя не заставят вас долго ждать. Вы получите подробный отчет о битве сразу же, как завершится сражение. О, уж и бузуки какие. Турой ходи, турой! Лошадью! Отчеты о сражениях можно найти в почте по вкладке «Отчеты». Успешный сбор ресурсов. Угодья фермеров. Ограбили несчастных крестьян. За время пребывания в локации ваши войска не были атакованы. Потерь нет. А если были, то сэкономили на году. Рассматривайте отчеты о битвах. Это лучший способ узнать, насколько эффективными были действия ваших войск. Валькирия такая, валькирия у нас. Продолжить. Потери ноль. А что 80 еды, а там 54 тысячи еды было. Они взяли только 80. Бездельники. Вот и кормить после этого. Или до этого кормить. Ой. Произведите от... Господи, сколько можно? Ваши воины успешно перевели атаку и добыли немало ресурсов. Хороший способ пополнить как, но не так. Сейчас на игрока напасть. Прикажут. Встречаю столь умелого и не боящегося трудности яра. Настало время нам познакомиться ближе. Поведайте же миру свое имя и выберите аватар, чтобы враги знали вас. В лицо, понимаешь? Понимаешь. Ишь ты. Владыка, сами боги благоволят нам, или вам, за успешное прохождение начального задания вы получаете специальный подарок VIP-статус, статус на один день. Используйте его с умом. Обязательно. Будь сделано. Так. Вы достигли первого уровня. Вы получаете результат первого уровня и можете использовать соответствующие бонусы в течение 24 часов. Ура! На этой оптимистической ноте мы заканчиваем первую серию наших Ярла. Ярлка Мэрилу. Спасибо за внимание. Подписывайтесь.
комментируйте, лайкайте нас. Облайкайте.